Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. И стоп! Стоп! Да, я знаю! Аид, Пози, Демастер, Зога, еще, наверное, 169 других ютуберов-майнкрафтеров проходили эту карту, угадая голос ютубера, я знаю. Но создательница карты любезно предоставила мне вот эту карту, поэтому я решила, чем я хуже, я как бы тоже хочу пройти эту карту и проверить, насколько я хорошо знаю других майнкрафтеров. Поэтому это, знаете, изначально блок защиты от тех дебилов, которые будут писать там: «Эдисон, Эдисон, ты там у кого-то что-то сплагиатил!» Все, я знаю, да, я знаю, но у меня как бы также есть все права пройти эту карту, как и все остальные другие ютуберы. Тем более создательница карты сама мне ее скинула. Я не буду сейчас полчаса объяснять правила, все, что здесь есть, вы можете поставить на паузу и прочитать. 25 раундов, в каждом раунде по 3 ютубера, и нам нужно пройти все эти раунды. Если я где-то ошибусь, значит меня перекинет обратно на первый раунд. Мы сразу сейчас приступим к игре, и ты сам все увидишь, как здесь все работает. Так, первый раунд. У нас есть 3 ютубера. Первый — это у нас Флэг Джекей, Мистик и Дилерон. Ага, ясно. Нам нужно угадать, чей это сейчас будет голос. И всем привет, с вами... Тут даже не о чем думать. Лололошка, Ивангай и Лагер. Ну что же, всем привет, дорогие друзья. Ромочка любименький. Естественно. Так, я знаю, кто такой Дилерон, я не знаю, кто такой Супер Алекс, и я косвенно где-то там видел этого Фредриджи, ну ладно. Здорово, друзья, на связи, и сегодня я продолжаю... Ну, мне почему-то кажется, что это Супер Алекс! Правильно! Я не знал, честно, но да ладно. Здесь у нас Флэг Джекей, Масяк и опять этот Фредж. Я знаю то, что он Грифер, ну у него в нике Грифер, поэтому, ну да. Итак, друзья, всем привет, мы снова возвращаемся. Мне кажется, почему-то это Масяка. Да! Ха! Ну пока что удача на моей стороне. Пока что я двигаюсь в правильном направлении. Так, ядрить, колотить, кровь. Здесь Зога. Я знаю только Зогу. Но я даже не знаю, какой у него голос. Вот в чем проблема. Я не знаю, кто такой Клоундер. Я не знаю, кто такой Микс Гейминг. Ну ладно. И йо, ребята! Всем привет! С вами, как обычно... Почему-то мне кажется... Эй, ребята, всем привет, с вами как обычно Зога! Мне почему-то кажется, что там имя Зога идеально подходит. Обратно на первый уровень. И йо, ребята, всем привет, с вами как обычно Микс Гейминг! Да, угадал, так, ну здесь я знаю Аид, Лазуритный Гном и Супер Евгеха. Всем привет, ребята, с вами... Ой, ну это, наверное, бомжик, да. Здесь у нас... Опа, опа, Эдисон, Чипатун и Пози. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут... И добро пожаловать на новое видео. В этом видео... Ну, давайте разберем эту цепочку логически. Это не мой голос. Голос Пози я знаю. Чипатун. Восьмой уровень. Так, у нас здесь безобразие... Не знаю, Валрус, не знаю. Нет, я знаю про существование. Я никого не хочу, никаких ютуберов обидеть, если сейчас кто-то напишет в комментариях: «Эдисон, как ты его можешь не знать?» Ну, извини. Я знаю про существование безобразия, знаю про существование Валруса и про существование, скорее всего, вот этого чувака. Где-то я его видел. Но я не знаю, какой у них голос, я не знаю, как они выглядят, поэтому... Всем привет, друзья, с вами как всегда... Я Валрус! Нет, не Валрус. Всем привет, друзья, с вами в безобразие. Да ядрить ты... Ну, выбора здесь не осталось, поэтому... Это слайд. Угадал. Так, ну здесь я голос всех знаю. Привет еще всем, с вами... Ну, мы начинаем проходить. Ну, это Тиранит, естественно. Дальше. Всем привет, с вами... И всем... Ня! Ну, я знаю, кто говорит... Это Алена Моня, да? Алена Моня! Алена Моня, я даже не прочитал, что здесь мини-котик, Диана Найкова, это Алена Моня. Мне кажется, большинство людей даже не знают, кто эти ютубер, но это, короче, вообще олды, прям старикашки. Тот же Лазуритный Гном, тот же, вот даже Утка. Мне кажется, он уже даже не снимает, хотя фиг его знает. Всем привет, ребята, добро пожаловать. Это Тумка! А, нет, ну я просто не знаю, какой у него голос, интуиция. Но это точно не Утка, это не Тумка, значит, это Артур. Да в смысле, это реально, это Утка? Так и... Реально Утка, так я знал ее, вроде его голос, ну ладно. Всем привет, ребята. Это Демастер, только мне кажется, Демастер из какого-то там 2015 года, потому что сейчас у него вообще другая интонация, другой голос. Это Демастер, да, Демастерчик. Всем привет, ребята, с вами.
Сегодня мы приветствуем вас на... Хей, всем привет, ребят, с вами. Сегодня мы приветствуем вас на... Да я откуда знаю? Фьюшка какой-то. Да! Угадал! Опа, ядрить колотить, я второй раз. Эдисон, Дилерон и Анфайни. Приветствую, дорогие зрители, сами. Продолжаем катя игрушку. АСМР, АСМР, дайте я выкручу микрофон на максимум. Приветствую, дорогие зрители, с вами снова я, Дилерон. Ну, естественно, Дилероша. Дальше 15 уровень, еще 10 уровней осталось. Хорошо, у нас здесь опять какой-то Артур, Фейер и Тумка. А, в общем-то, ребята, всем привет, с вами. Сегодня с вами будет Тагера, поздоровайся. Кто? Кто с кем будет? А, в общем-то, ребята, всем привет, с вами. Сегодня с вами будет Тагера, поздоровайся. Мне почему-то не кажется Тумка. Да как? Чё-то мне очень плохо кажется всё в последнее время. Ладно, это похоже на Артура. Я это знал. Дальше. Да, ребятики, всем приветики! Кого? Да, ребятики, всем приветики! Вы ничего здесь не попутали, я знаю голос Евгех, я знаю голос Саида, да, я знаю голос... всем приветики! Да, ребятики, всем приветики! Ну, тогда это, мне кажется, Тиросера. Да! Ну, Тиросера другой же голос. Ладно, опять Пози, опять Мистики, опять Аид. Привет, бро, меня зовут. Добро пожаловать в... Без вопросов, здесь все прекрасно все знают. Флаг ЖК, Крейг и Дэн Шмальц. Всем привет, с вами... Мы играем в Майнкрафт. Всем привет, с вами... Мы играем в Майнкрафт. Я откуда? Ну это точно не Крейг, потому что... Хотя... Всем привет, с вами... Мы играем в Майнкрафт. Ну Крейг же снимает там всякие нобик, поэтому у него не такой грубый голос. Всем привет, с вами... Мы играем в Майнкрафт. Дэн Шмальц? Да! Нормасики, дальше, опять безобразие, опять Валрус, опять Клоу. Йо, ребят, всем привет, с вами как всегда я... Валрус! Опа! Не знаю, откуда я узнал. Дальше. Всем здорово, дорогие друзья, с вами... Зога! О, ты ля, смотри, как мы всем с вами... Привет, Иксай. Сегодня мы с вами будем играть. Как мы разогнались. Так, это точно не Вика Картер? Всем привет, Иксай. Сегодня мы с вами и будем мне кажется, играть. Это не мини-котик. Почему это Диана, мне кажется? Это мини-котик. Дилерон меня сейчас, наверное, убьет. За то, что я не знаю, как звучит голос его жены. Ну, тогда мини-котик. Точно не Вика Карате. Да? Да. Дальше у нас опять этот Грифер, опять безобразие, опять клоун. Да вы заколебали уже 10-й раз подряд. Йоу, здорово, народ, с вами как всегда. В этом ролике я буду играть... Йоу, здорово, народ, с вами как всегда. В этом ролике я буду играть... Клоун, да? Да, угадал! Вот реально, здесь угадал. И всем привет, дорогие друзья, с вами... И всем привет, дорогие друзья, с вами... Ну это лагерь почему-то, мне кажется. Да, угадал! Так, предпоследний уровень. Хей, всем привет, ребятки! Это Флэг ЖК, 100%. И последний уровень. А чё моего голоса не было здесь? Короче, создательница карты, если ты в следующей части этой карты запихнёшь мой голос вот сюда, я тебе подарю букетик ромашек. Не знаю, правда, где я ромашки в Португалии возьму, не знаю, правда, как я их отправлю в Россию, но там мы уже с тобой договоримся. Агера, Диана... Всем привет, с вами... Сегодня поиграем... Ну тут надо подумать, подождите, у нас здесь выбор. Одна девочка и два пацана. Всем привет, с вами... Сегодня мы поиграем... Ну это точно не Диана Найкова. Всем привет, с вами. Сегодня мы поиграем. Мне кажется, это Артур. Так, давайте. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники, раз. У меня дома зеленый матрац. Диана Найкова. Я только что сам придумал эту считалку, поэтому... В смысле, нет? Это была не Диана Найкова, так у неё голос девушки! То чувство, когда путаешь голос девушки с голосом какого-то 10-летнего Майнкрафтера. Извините, пожалуйста, я реально думал, что это Диана. Я еще такой шутил, то что... Всем привет, с вами... Так это девушка! Так это девушка! Всем привет, с вами... Сегодня мы поиграем... Ну, Артур какой-то. Да в смысле? Да ты чё, Гера, баба какая-то, реально? Извини меня, пожалуйста.
Но надо взрослеть. Надо взрослеть. Больше качайся, больше тестостерона. Скоро гормоны заиграют. И будет такой вот нормальный мужицкий голос. А пока буду тебя Дианой Найковой считать. Ребятки, ставьте лайк. Слушайте, мне очень даже понравилось. Я хочу вторую часть. Я хочу реально больше карт проходить. Потому что, ну, это реально неожиданно. Вот этот последний раунд просто реально мою голову взорвал. Ставь лайкусик. И пиши в комментах, хочешь ты продолжение, и пиши в комментах, хочешь ты видеть больше прохождений карт на моем канале. Подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать новые ролики, и нажимай на колокольцы, чтобы всегда получать уведомления, когда я их буду выпускать. Я тебе скажу огромнейшее спасибо, всем удачи и всем пока. Дурдом.